Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Сегодняшний мастер-класс предназначен не для профессионалов, а для тех людей, которые занимаются восточными танцами по зову сердца, по зову души. Перед началом любых занятий вам необходима разминка. Сейчас я вам покажу небольшую разминку, которую вы должны обязательно делать перед занятиями балетдансом, перед занятиями пластикой, перед занятиями с предметами. Так, начнем. Для начала нам необходимо размять кисти рук. Для этого есть несколько упражнений. Что тросточка вдруг ожила немножко. То есть мы ее держим, и вдруг она делает вот такое движение. Оп, и перетягивает вас. Попробуем сделать это влево. И, собственно, потом мы перейдем к старту. С чего стоит начинать учиться работать с тростью. Так, внимание. Это, собственно, то, с чего стоит начинать вообще вращать трость. Да? Это мы не включаем еще слово разминка, мы не включаем слово постановка рук. Это первый элемент, который вообще у нас возможен, когда мы уже учимся, да? Потому что от этого элемента отходят все остальные элементы. Потом у нас такие элементики. После классической крутки надо научиться отпускать трость от себя и возвращать ее обратно в классическую крутку. Так же, как и разминка. Мы голову наклоняем и возвращаем ее на место. Также и трость, да? Мы ее отпускаем и возвращаем ее.